а следственный отдел закончил проверку по факту гибели 19-летней девушки. Напомню, ее тело в воскресенье было обнаружено в одной из квартир по улице Киевской. Еще за день до трагедии на странице погибшей в одной из социальных сетей стали появляться недвусмысленные высказывания. К примеру, в субботу она выложила подборку музыки, озаглавленную фразой «Все, теперь можно умирать». На следующий день вечером здесь же девушка написала: «Мам, папа, я люблю вас», а уже через 2 часа после того, как появилась такая запись, друзья стали писать о случившейся трагедии. И вот сегодня следователи озвучили причину смерти. По результатам проведенного вскрытия установлено, что причина смерти девушки – это острое отравление. То есть она действительно перед смертью употребила большое количество медикаментов. То есть сегодня можно говорить о том, что факт самоубийства... В данном случае, несомненно, мы имеем дело с самоубийством. А что ее привело к этому решению, будет установлено следователем в ходе проведенной проверки.